Литва должна ответить за сокрытие преступников. Юрий Городненко на РЕН-ТВ за 25 января 2021 года. В Вильнюсе продолжается судебный процесс в отношении 50 российских граждан, которым инкриминируется убийство 14 жителей Литовской ССР в 1991 году. Этот процесс фактически тянется с 2006 года, когда прокуратура Литвы возбудила уголовные дела в отношении бывших военнослужащих СССР, обвинив их в преступлении против человечности. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал россиян виновными по статьям Уголовного кодекса «Запрещенная военная атака», убийство лиц, пользующихся защитой международного гуманитарного права. Оба вида преступлений, согласно Литовскому кодексу, относятся к преступлениям против человечности. Двое российских граждан были осуждены очно, а остальные – заочно. На данном этапе дело находится на рассмотрении апелляционного суда Литвы, который планирует вынести окончательный вердикт 15 марта 2021 года. Тем не менее, не дожидаясь судебного решения, отдельные литовские чиновники поспешили заявить: Россия обязана выплатить денежную компенсацию родственникам жертв и пострадавших в ночь на 13 января 1991 года. Попробуем разобраться с фактическими обстоятельствами этого дела. В феврале 1991 года на выборах в Верховный Совет Литовской ССР большинство мест досталось представителям националистической организации «Союдис». Спустя несколько недель они провозгласили независимость, которую не признала ни одна страна мира. В этой ситуации националисты рисковали получить обвинение в сепаратизме, и чтобы избежать этого, готовы были пойти на любую провокацию, которая бы позволила дискредитировать советское руководство и апеллировать к ООН. От ООН они намеревались добиваться установления международного, а по сути западного контроля над республикой. Ради реализации этой цели лидеры «Союдиса» были готовы на любые гнусности, нисколько не жалея при этом жизни людей. В ночь на 13 января 1991 года им таки удалось спровоцировать столкновение с советскими военнослужащими в Вильнюсе. В результате погибло 15 человек, 14 гражданских и лейтенант Виктор Шацких. Теперь по сути обвинений. Их два – запрещенная военная атака, под которой подразумевается агрессия и убийство гражданских лиц. Начнем с первого. Агрессия осуществляется одним государством против другого. По состоянию на 13 января 1991 года Литовская ССР не являлась отдельным государством. Она была одной из союзных ССР. Союзных республик СССР. На ее территории действовало советское право. Данный статус признавался всеми государствами-членами ООН. Таким образом, советские военнослужащие находились на территории своего государства и действовали в рамках закона СССР. В ночь на 13 января 1991 года они получили приказ взять под охрану госучреждение в Вильнюсе. Для такого решения были законные основания. Согласно заявлениям генерального директора Департамента национальной обороны правительства, сформированного «Союдисом» Аудрюса Буткевичуса, у националистов были планы поджога государственных учреждений. В частности, предполагался поджог здания высшего государственного органа республики Верховного Совета Литовской ССР. Эти провокации были сознательно нацелены на то, чтобы вызвать гибель как можно большего количества гражданских лиц. Для реализации провокаций в Вильнюс было стянуто не менее 100 подготовленных и вооруженных радикалов. С подобными признаниями Буткевичус можно ознакомиться на страницах литовских изданий и обзор. Советские военнослужащие выполнили служебный долг. Своими действиями они предотвратили более масштабное кровопролитие, к которому неизбежно привел бы поджог госучреждений. Теперь к вопросу об убийстве. Согласно расследованию, проведенному по горячим следам прокуратуры Литовской ССР, были установлены следующие факты. Советские военнослужащие не применяли оружие. Стрельба велась с крыш домов. Это показывали направления раневых каналов погибших и показания свидетелей. Причем стреляли как по собравшимся радикалам, так и по военнослужащим. Тогда кто же убил 15 граждан СССР? Свидетельствует капитан сил специальных операций армии США Эндрю Эйва. В 1980-е годы он участвовал в афганской войне в качестве инструктора спецгрупп маджахидов, а в январе 1991 года был консультантом Департамента национальной обороны Литвы. Эйва утверждал, что он и его американские коллеги подготовили не менее 100 вооруженных боевиков. Их они и направили против советских военных в ночь на 13 января
1991 года. Эйва с коллегами подготовили к взрыву здания Верховного Совета Литовской ССР. Впоследствии за эти заслуги им были даже вручены литовские правительственные награды. С показаниями Эйвы можно ознакомиться на страницах литовской газеты «Форум» от 29 января 1991 года, а также газет «Красная звезда» от 16 марта 1991 года, перевод интервью газете «Филадельфия Инкуайер» и другие. Если обратиться к воспоминаниям лидера Саюдиса Витаутаса Ландсбергиса, изданным на Западе, то там приводятся следующие факты. В январе 1991 года в Литве действовало около 100 американских коллег Эйвы, числившихся консультантами. Среди них были и официальные лица, в частности, глава отдела администрации президента США по вопросам политики и проблемам обороны Линас Коялис. Своими консультациями они и спровоцировали то, что теперь пытаются вменить вину гражданам России. В такой ситуации остается только приветствовать решение Следственного комитета Российской Федерации, который возбудил уголовное дело по факту вердиктов Вильнюсской Фемиды. СК России обвиняет литовских судей в вынесении заведомо неправомерного решения. Добавим, что в отличие от Литвы, Российская Федерация, как продолжательница СССР, имеет право расследовать убийство 15 советских граждан. И есть прекрасный шанс дать юридическую оценку тому, что слишком точно подпадает под определение международный терроризм. Что же касается представителей литовской Фемиды, то им стоило бы задуматься, ведь укрывательство преступников с точки зрения международного права квалифицируется как соучастие. Юрий Городненко. Литва должна ответить за сокрытие преступников.